По Конституции Российской Федерации церковь от государства отделена. Вопросы есть? Вопросов нет. Теперь второе. Россия многонациональная и многоконфессиональная страна. И, безусловно, с учетом этих особенностей нужно вести и национальную, и межнациональную политику, что и делается в нашей стране. И мне кажется, что заповеди, если мы говорим о христианстве, они, если можно так выразиться, актуальны в любое время и за много веков до нас, и, соответственно, за много веков после.